Раньше Вебер был славным малым, пока его не наделили особыми возможностями, пробудившими в нем желание доминировать и унижать. Чтобы раскрыть в полной мере темную сторону твоей души, понадобятся холопы. Укради пауков, пока спят. Перенеси в нужное место. Можешь воспользоваться ловушками, но учитывай, что проведенное в инвентаре время сильно повлияет на их лояльность к тебе. Затем надень шляпы, чтобы прокачать их боевую мощь и добавить устрашающий вид. Кому нужны беспомощные салаги? Между прочим, можно обойтись и без рукоприкладства. Есть возможность приручить двоих за раз, любым мясом. Тогда они будут следовать за тобой некоторое время. Умение создавать коконы никуда не делось, поэтому помимо полученного при старте игры, обязательно сделай еще. Они, между прочим, стали вместительнее, а кокон третьего уровня способен теперь приютить и тебя. В нем можешь переночевать прямо как в палатке. Впрочем, не вздумай их часто баловать своим присутствием. Великие личности не должны спать со слугами. А элементы неудачного проектирования теперь решай без применения оружия. Побрей коком бритвой и получи паутину для будущих проектов. Теперь о новых предметах доминирования. Есть свисток, способный навести суету, пробудить ото сна и вызвать их из логова. А если все зашло слишком далеко, твари распоясались, тогда трещотка вмиг их разгонит. Покруче участковых, раскидывающих в час ночи любителей Моргенштерна. Если не хочешь собирать отряд из разных сложнодоступных мест вручную, то пригодятся мутационные конфетки. Необходимо только раз прикормить одного из их вида, и в особой, доступной только Веберу вкладке, откроется рецепт мутагена. Любой паук, сожравший его, станет тем самым, чей рецепт ты использовал. Старая подружка Вебера, надзиратель с опытом, тоже на месте в своем развитии не стоит. Теперь она, помимо прочих, спавнит и пауков-медиков. Они неплохо так хилят по радиусу всех членистоногих, кроме Вебера. То есть теперь можешь хитростью забрать рецепт на мутаген паука-медика и перевоплотить своих балбесов таких же. Не хочешь возиться? Тогда используй новую мазюку, которая похилит тебя и всех вокруг. Это сильно пригодится команде, как, впрочем, и еще одна крутая новая фишка — декорации. Укрась ими любой кокон и сделай его дружественным для остальных. А после будь осторожен, любое покушение на пауков и их логово разрушит идиллию. Но не превращайся в клоуна. Вместо того, чтобы веселить и ублажать команду новыми навыками, займись делом. Приручай. Давай броню. Отомсти этим несчастным свиньям за ту боль, которую они причиняли так долго.